У Ивановской соборной мечети появится еще одно здание. В пятницу состоялась закладка фундамента под строительство второй очереди. Число прихожан растет, потребность в строительстве нового корпуса назревала давно. Катастрофически не хватает помещений для учебы, для преподавания. Потом здесь и музейный будет центр, здесь конференц-залы, здесь и кафе халяльные. Здесь и административные корпуса. Все вот в таком виде, он в двойном назначении. Потому что во время пятничных намазов эти помещения будут освобождены, и там будут сидеть и молиться прихожане. Так что вот это оно очень такое функциональное помещение. Новое здание храмового комплекса будет расположено примерно в 20 метрах от основной мечети. Поприветствовать и поздравить ивановских мусульман приехали гости из других регионов, а также представитель Совета муфтиев России. Лист с подписями гостей торжественно заложили в фундамент будущего сооружения. Буквально 15 лет тому назад, все мы помним, как открывалась эта прекраснейшая мечеть в центральной части нашей страны, в городе Иваново. Это, безусловно, не просто здание, а это духовно-просветительский центр. Строительство планируют закончить в течение 2 лет. Новое здание позволит организовывать учебные и просветительские мероприятия. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.